Торжественно-траурная церемония передачи останков солдат Рабоче-крестьянской Красной Армии Князькова Дмитрия Андреевича и бойца Степанова, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Эстонии, объявляется открытой. Народ встал на защиту своей Родины. Потянулись на призывные пункты токари, слесари, инженеры, хлеборобы. Одним словом, люди мирных профессий. Приходили добровольцами, уходили солдатами. И никто не знал тогда, суждено вернуться солдату домой или нет. Князьков Дмитрий Андреевич. Но когда пришла беда, он... 27-летний парень, не задумываясь, пошел защищать то, что было дорого его сердцу. Жену, дочь, мать с отцом. Наводчик, артиллерист. За проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач был награжден медалью за отвагу, медалью за боевые заслуги, медалью за оборону Ленинграда. Но не довелось Дмитрию Андреевичу показать эти боевые награды жене, детям и внукам. Шальная пуля оборвала жизнь молодого, полного сил мужчины на чужой стороне, в Эстонии, близ деревни Ильвесе. Только прощальная похоронка известила родных, что их сын, муж, отец геройски погиб 19 февраля 1944 года. Вот так распорядилась война. Представляется исполняющему обязанности главы администрации муниципального образования город Ивангород Александру Владимировичу Соснину. Дорогие ветераны, уважаемые ивангородцы, гости нашего города. Для нас сегодня большая честь принять здесь, на древней ивангородской земле, эту торжественно-траурную церемонию. Безусловно, ни одна семья в нашей стране не осталась безучастна к этой страшной войне. И сегодня огромное спасибо поисковикам, которые в любую погоду, в любое время года выполняют свой святой долг. Ищут тех, кто погиб на полях сражений. Безусловно, это герои той войны, которые заслужили почестей и заслужили лежать в своей родной земле. Я сейчас обращаюсь к нашей молодежи, к нашим ребятам. Безусловно, все они погибли ради того, чтобы у нас было мирное небо, чтобы мы с вами жили, радовались, строили и развивали нашу великую страну. Самое главное, мы должны помнить наших героев. Низкий поклон всем ветеранам, ныне живущим рядом с нами. И вечная слава героям, не дожившим до сегодняшнего дня. Сегодня мы собрались вместе для участия в очень важном мероприятии – церемонии передачи российской стороне останков советских воинов, погибших в кровопролитных боях на Нарвском плацдарме в далеком 1944 году, отдавшие жизнь за свободу нашей Родины красноармейцы Степанов и Князьков Дмитрий Андреевич вернулись спустя 75 лет на родную землю. 22 июня этого года они упокоятся с миром на Южном военном кладбище Кировского района Санкт-Петербурга. Дорогие друзья, сегодня такой повод собрал на этой площади совершенно разных людей. Из разных стран, разных профессий, разного возраста. Но всех нас объединяет, безусловно, желание, чтобы мир был на нашей земле и в целом на всей земле. И добиться и достичь этого можно только тогда, когда будет похоронен последний солдат всех прошедших войн. И здесь сегодня не просто происходит передача останков героически погибших бойцов Красной Армии, а здесь сегодня и патриотическое воспитание молодежи, которая видит, как это должно происходить и что нужно делать, чтобы больше не повторялись подобные трагедии. Вот это считаю самым главным. Мы говорим всегда все, что дальше и дальше уходят военные годы, годы, опаленные войной, и вроде бы затихает боль. Но в то же время мы понимаем, что ни один из нас в нашей стране еще не может спать спокойно лишь потому, что не все воины, не все бойцы найдены. И поэтому хочется выразить огромную благодарность всем поисковикам, а сегодня особенно эстонскому отряду поисковиков, за важное дело, за то, что сегодня два неизвестных бойца обрели имена. Это великое дело. Хотел поблагодарить всех присутствующих сегодня, поблагодарить администрацию Ивангорода, администрацию Санкт-Петербурга и Кировский район. Ну и пожелать всем добра, мирного неба и чтобы помнили героев. Жители и гости города. Великая Отечественная война затронула каждый дом, судьбу каждого жителя нашей страны. Ценой невероятного напряжения на фронтах, каждодневного подвига в тылу завоевывалась великая победа. Мы безмерно благодарны ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и, конечно же, тем, кто не вернулся с поля боя. За их отвагу, героизм, самоотверженный труд, проявленный на фронте. Трудно подобрать слова, которые могли бы выразить уважение и любовь, которую мы испытываем к героическому поколению победителей. Сейчас мы можем только одним способом отдать наш долг всем тем, кто не вернулся с войны, защитникам Отечества, сохранить память об их подвиге, об их великой жертве и о великой победе. Приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых